Всем привет! Сегодня рассмотрим солнечную батарею Polycrystal 50 Вт. Как я уже говорил, серия Германия. Тоже элементы вырезаны из 6х6. Тут у нас уже имеется коробка на обратной стороне. Провода отведенные с коннекторами. Посмотрим маркировку. 50 ватт мощность, ток заряда 2,78, напряжение заряда 18 максимально, ток короткого замыкания 3,06, напряжение хвостового хода 21,6. Ну, сейчас нам проще будет измерять, потому что здесь провода есть, можно их сразу уложить на угол и произвести измерение. Так, для начала посмотрим, как лампа у нас будет светиться. 55 ватт. Так, секунду. Вот как народ говорит, светится в полный накал. Но мы-то с вами знаем, что это нифига не полный накал. Так, сейчас попробуем изменить угол. Сейчас, секунду. Ну, тут немного поярче. Уже поярче. Сейчас измерим у нас напряжение холостого и ток КЗ. Напряжение холостого чуть больше 20 вольт. Да капец. Да, я считаю, не меняется цифра. Ток у нас сейчас посмотрим. Ток составляет 3,3 ампера. Что выше на 0,2 ампера, чем заявленным производителем. Так. То есть 3,3 ампера у нас выдает. Это, считай, мощность 60 ватной солнечной батареи или 70. Так, это у нас, сейчас я пересчитаю, 20 вольт, это 66 ватт у нас в холостом ходе выдает солнечная батарея. То есть мощность в рабочем режиме составляет порядка 57 ватт. Это очень неплохо для 50-ваттной солнечной батареи. То есть у нее есть еще и запас. Как видим, тоже квадрат. И как я уже говорил, Polycrystal по мощностям, мне кажется, больше как-то рулит.
по моим, скажем так, измерениям, у нас полученные данные достаточно неплохие. То есть две вот таких вот солнечных батареи будут выдавать 6,6 ампера. Это порядка 126 ваттам, где-то 120-130 ватт, так скажем. Заметьте, угол установки — это летний вариант. Летом по отношению к солнцу угол должен быть максимальный. То есть у меня вот при таком углу нормально все это дело функционирует. А вот еще смотрите, как интересно. Ну, это еще выше получается, чем заявлено. На 0,4 уже амперы. То есть это уже явно 60 ватт. Так что всем спасибо за внимание. Решайте, что вам брать.